Всем здравствуйте! Я Ксения Комарова, выпускница 2006 года Пермского государственного института искусства и культуры. Я обучалась на кафедре специального фортепиано в классе профессора Людмилы Ивановны Дробышевой-Разумовской. На сегодняшний день я являюсь старшим преподавателем кафедры специального фортепиано, а также ассистентом-стажером. Обучаюсь концертмейстерскому мастерству в классе профессора Елены Григорьевны Кузнецовой. Хочу поздравить всех преподавателей, коллег, всех студентов и работников вуза с днем рождения нашего института и пожелать в это нелегкое время стойкости, достижения целей, больших успехов во всех сферах деятельности. И с наилучшими пожеланиями отправляю свое поэтическое послание. С праздником!